Взлетели весело на небо ласточки, гостилась гоготом ночная тишь. Гостой игрушечной стеклянной бабочкой в тенистом дворике играл малыш. Литературный вечер в памяти известного щелковского поэта Ивана Рудакова «У каждого есть дорогая земля» состоялся в Центральной библиотеке. На мероприятии собралось множество гостей, которые лично были знакомы с этим талантливым человеком. Иван Рудаков был членом Союза писателей России, руководителем литературного объединения «Слово» и автором неофициального гимна города Щелково. Он также сочинил «Марш космонавтов» в соавторстве с композитором Владимиром Комаровым. Рудаков был отмечен почетным знаком за заслуги перед Щелковским районом. Сегодняшний вечер является, на мой взгляд, значительным событием и для общероссийского литературного процесса, и для нашего Союза писателей России. Потому что, повторюсь, на творчестве таких поэтов, вот, которые в 20 веке были, как Николай Рубцов, Анатолий Передреев, Николай Тряпкин, Евгений Винокуров, Вячеслав Богданов из Тамбовщины, Иван Васильевич Рудаков. Это вот все знаменательная плеяда, которую перечислять можно долго, на которых держится русская поэзия, наша русская слава. На литературном вечере приглашенные гости читали стихотворения Ивана Рудакова, пели песни, вспоминали самые интересные факты из жизни щелковского поэта. Конечно, я могу сказать, что его вдохновляла женщина. Любовь вдохновляла его. Вот. Но потом Иван Васильевич был человек очень объективный. Он, во-первых, был очень сентиментальный. Он любил и природу, он любил все красивое. Он был очень трепетный. И не дай бог где-то кому-то боль причинить, для него это было, так сказать, ну невозможно это. Подобные встречи проводятся в память о поэте, авторе множества стихотворений о нашем крае каждый год. На мероприятие также пригласили молодежь. Для подрастающего поколения особенно важно знать культурное наследие талантливых людей, которые когда-то жили и творили на Щелковской земле. Мария Буржинская, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.